На далеком заснеженном острове в своих уютных домиках живут веселые пингвины. Кроха, Ла-Ла, Баюн, Прошка, Няшка, Юшка, Пухля, Пингвик и я, Митюшка. Правила дорожного движения. Ребята, давайте играть, как будто мы в городе. Как это? Очень просто, с помощью силы воображения. Представим, что тут дорога. Тут тротуар, а тут дома. А тут городское благоустройство. Чур, я на машине. Тр-тр-тр-тр-тр-тр, я тоже. Мы будем пешеходами. Я на самокате. А я на велосипеде. А я буду постовым. Ура! Стойте, так нельзя! Вы что, не знаете правил дорожного движения? Переходи дорогу на пешеходном переходе и по зеленому свету светофора. Помни, что перед переходом нужно остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться, что дорога свободна. Следите за скоростью и не разгоняйте слишком сильно. Обязательно наденьте шлем, он защитит вашу голову в случае падения. Оставляйте самокаты и велосипеды у входа в общественные помещения в специально отведенных местах. На дороге нужно идти по тротуару или обочине далеко от проезжей части. Никогда не бегай по дороге, играя в мяч или в прятки. И это очень опасно. Всем призы! Ура! Если идешь вдоль дороги в темное время суток, обязательно надень светоотражающие элементы для того, чтобы тебя заметили, когда на улице темно. Будьте ответственными участниками дорожного движения, соблюдайте правила и не забывайте о своей безопасности и о безопасности окружающих. Мы хорошо выучили правила дорожного движения! И за это нам мороженое! Все за мороженым в Санкт-Петербург на улице Дыбенко в кафе 33 пингвина! Вкусно! Вкусно! Ням-ням-ням-ням! Мороженое! Ням-ням-ням, вкусно! До новых встреч!